Я хотел попасть к инспектору. Моя фамилия Гавриленко Владимир Павлович. И я вчера получил по ДИЕ отказ в перерасчете пенсии по суду. А разъяснений там нет. Отказано им все. И зачем-то вместо Московского района отправили в Кигичевский район. Перерасчет пенсии. Хотя я писал в областное управление. Смотрите, кто у нас там? Четвертое место у нас консультирует. Ну, вообще сегодня... Вижу, что никого нету. Нет, ничего. Вон, смотрите, выглядывает. Вот видите, женщина уже пошла. Садитесь, после нее паспорт вот вы взяли? Паспорт есть, я же пенсионер. У меня пенсионная есть. Я не поняла, в чем вам отказали? Перерасчете пенсии по решению суда. А, вам отказали? Ну, я не знаю, вообще сегодня у нас день консультативный. Нет, ну, я могу увидеть, у вас же должно быть. У меня написано, отказано. Пообщайтесь, просто сегодня день для первичек. База может не работать на просмотр вот таких вещей. Хотите? Вот такой листик есть? Да, это кстати, наш... а чего я не могу зарегистрироваться по электронной очереди через интернет уже целый месяц? Ну, я не знаю, наверное, отказа. Месяц, потому нема, что нема. С 9 до 10... Так можно хотя бы через месяц же мне зайти. С 9 до 10 открывается время на талоны. Вы, возможно, не в то время заходите. Конечно, я захожу в удобное. Вы же понимаете, интернет это очень удобно. Очень удобно. Все начинают жать на кнопки и записываться, причем не приходя потом. И это ведет к тому, что обвал. Так, а тогда куча людей, такая ситуация. Хорошо, я получил 15-го исполнительный лист в суде. Суд находится возле пенсионного фонда. Сдал в приемную канцелярию пенсионного фонда в Газпроме документы. Прошло уже, может быть, 2 месяца. Ни ответа, ни привета. Вы можете перезвонить и обратиться в общее отдел. Нет. Узнать, вошло. Ну, конечно, нас зарегистрировали. У меня же печать стоит. Да ко мне, я же пишу на веб-портале, а мне отвечают, отписочки пишут. Сегодня у нас консультации с первинного призначения, у вас вопрос перерасчета. Хотите, ожидайте вот за женщиной. Хорошо, я подожду. Инспектор, я не знаю, как отнесется, потому что у нас сегодня именно консультации первичные. У вас вопрос перерасчета. Я понял, все, спасибо большое. Если инспектора не будет, тогда я подойду и запишусь к вам. Вы можете не позвонить. А, все, далее. Да. Загляните туда. У нас же с вами вот эта штучка одинаковая. Вы заглядывайте туда с 9 до 10 утра. А там можно на веб-портале вас зайти? У меня регистрируют только Киев. На прием в Киеве. Ну что-то вы не так видно зарегистрировались. Ну может быть. Нет, вы к нам регистрировались? Ну если я нашел, как подать документы через веб-квартал, который никто не подсказал сразу. Смотрите, вот это наш сайт. Именно Прозорова нашего. Именно а, нашего. Это вашего Прозорова. Все, 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 спасибо вот большое. Оттуда можно записаться в нашу. Да. Приятный инспектор. Да, вопросов нет. Да. Спасибо за вашу работу. Сегодня суббота. 11 сентября, по-моему, или 12. В днях запутался. Ну, короче, суббота. Работа пенсионного фонда в штатном режиме. Один инспектор под приемом приличных документов. Хотя на сайте написано, что отдел полностью работает. Вот так работает наш пенсионный фонд. Хотя на ресепшн консультацию получил от инспектора шикарного. Спасибо ей. Ну, подойдем. Что будет дальше?